Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тема дня». Я ее ведущий Александр Черкашин. И гость нашей студии сегодня депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Алексеевич Симоновский. Здравствуйте! Здравствуйте! Александр Алексеевич, сегодня основная тема нашего интервью – это мусорная реформа. Скажите, вот ваше мнение, какие плюсы и минусы этой реформы? Ну, во-первых, мусорной реформы в Богучанском районе ее нет. Давайте будем честными, потому что нет рекоператора. И благодаря нашим усилиям в ряде территорий, там, где нет рекоператора и где нет муниципального учреждения, то есть в данной ситуации отношение к мусору такое же, как было и год назад. Мое отношение к мусорной реформе конкретно, я говорил, что мы не готовы. На сегодняшний момент прошел первый квартал, я буквально весь первый квартал езжу и по территории Красноярского края выступаю, и на публичных слушаниях в Москве, и на форумы, на экологических форумах говорим о том, что к нам нужно относиться по-другому, к нашим территориям, к такой территории, как Богучанский район, так как территория Таймыра, Ивинки и так далее. Проблема в том, что, и сейчас, надеюсь, услышат о том, что должна быть отдельная федеральная программа, потому что на таких отдаленных территориях и в Арктике должны, Москва должна принимать решение выделять деньги и определяться, будут ли они вывозить мусор, будут ли они сжигать. Таких денег в Красноярском крае нет, и люди не готовы платить такие большие тарифы. Проблема Богучанского района в другом. Проблема в том, что с 1 января 2020 года все равно реформа коснется и Богучанского района. Поэтому для того, чтобы это не было больно людям, мы должны заниматься этим сейчас. Я был здесь, в Богучанах, 15 января и говорил о том, что мы должны готовиться. То есть я готовлю в бюджете Красноярского края отдельную программу по выделению контейнеров, по выделению денег на места накопления отходов, потому что в данной ситуации, хотим мы этого или не хотим, реформа с 1 января начнется на нашей территории. Но сейчас есть огромный плюс Богучанского района в том, что мы должны использовать все беды и ошибки других территорий. То есть вот беды других территорий я могу сказать о том, что сегодня нет понимания между теми, кто вывозит мусор, и органами местного самоуправления. То есть необходимо, вот я просил, чтобы подали хотелки Богучанский район, для сколько денег нужно для мест накопления, сколько денег нужно для баков по вывозу мусора. Мы отправили более 60 миллионов рублей, но я уверен, что мы сейчас столкнемся с теми же проблемами, как и другие территории. Для того, чтобы в поселении четко определять, какой мусор, как будем собирать, какие баки нужны, нужно, во-первых, советоваться с народом, указывать, где должны стоять эти баки, чтобы потом это не поднялось, какая-то волна. На сегодняшний момент, естественно, нужно определяться, куда захоранивать мусор. Mm-hmm. То есть какой должен быть тариф, потому что основная проблема – это объем накопления. То есть люди все в деревнях, особенно там, где не платили никогда, сейчас говорят, что я столько мусора не собираю. Поэтому уже сейчас необходимо за этим вопросом заниматься, для того, чтобы был тариф объективный, какой будет объем накопления. Сейчас мы ставим вторая проблема по требованию Роспотребнадзора. То есть сейчас Роспотребнадзор требует, что мусор должен вывозиться каждый день. Но для наших деревень это неэффективно и неправильно. Вот я буквально в пятницу был на экологическом форуме «Чистая страна», и мы настояли все-таки, чтобы внесли изменения и изменились требования Роспотребнадзора, чтобы по реальной составляющей вывозился мусор. В деревне, допустим, накапливается мусор в хозяйстве за неделю. Раз в неделю пришла машина, вывезла этот мусор. То есть тогда уже другой и объем, и другая цена. То есть точно так же ставится вопрос о том, что невозможно в деревнях ставить, потому что там есть требования Роспотребнадзора, там 20 метров от жилого дома, там не менее 100 метров от школы, там мест общего сбора. Но комиссионно можно принимать решение. Но для этого должна быть большая организационная работа, которая должна проводиться на уровне районной администрации, на уровне поселковых администраций. 100% край будет выделять деньги и для площадок накопления, и для мусорных баков. Но здесь точно так же нам необходимо посчитать не просто организация площадки, там залить бетоном и все, но и сколько денег нужно, чтобы она чистилась. Сколько нужно на ее содержание. То есть сейчас мы проводим, уже в этом году проводили два совместных комитета с комитетом по ЖКХ и говорили о проблемах реализации мусорной реформы и говорили о том, что лучше, чем рекоператор, никто содержать не будет. Но как это ляжет на тариф для населения, это другая тема.
Точно так же люди должны понимать о том, что там, где были субсидии, будут точно так же субсидии и для многодетных. Мы точно так же сейчас считаем и для ветеранов, и для пенсионеров. То есть о том, что реформа нужна, это мы признаем все. То есть реформа нужна, потому что ну, невозможно, когда проезжаешь в лесах, и у нас весь лес завален мусором. Кстати, одна из тем, которая, согласно федерального закона, оператор должен убирать мусор и предъявлять требования хозяину земли. Вот я уже дважды здесь, министру природных ресурсов Российской Федерации, в пятницу на форуме в Челябинске говорил о том, что ни копейки денег в Минлесхоз не выделяет на это. А у нас для наших территорий это проблема, потому что весь мусор у нас в землях лесного фонда. Поэтому здесь тоже должна быть отдельная программа, мы должны навести порядок. Есть огромный плюс мусорной реформы в том, что ведь тема, во-первых, что мусор должен быть, собираться раздельно, мусор должен использоваться в дальнейшем, должны быть экологические сборы, должны там, где мусор собирается раздельно, сейчас ставится вопрос, чтобы люди платили там на 30% меньше, чтобы были возвратные деньги, чтобы уменьшался тариф, чтобы мы не засоряли наши территории. Потому что по закону, я еще раз говорю, что несанкционированные свалки должен убирать рекоператор. То есть человек, компания, которая отвечает за мусор. Но для нашей территории сегодняшняя ситуация в Богучанском районе, она, ну будем так, она такая же, как во многих территориях Красноярского края. Все думали, главы районов, о том, что наступает 1 января, появляется рекоператор, он отвечает за мусор. Наступило 1 января, в Богучанском районе рекоператора не появилось. Что необходимо сделать? Нужно продолжать работу ту, которая была. Нужно делать все по закону. Захоранили в нормальные места, узаканивать. Либо, ну, сейчас рассматривается проект нового полигона. Но здесь много вариантов, этим нужно заниматься, точно так же обсуждать этот вопрос. Может быть, выгоднее возить в Кодинск, увеличить там полигон, дать субсидию на тариф мусора, чтобы не тратить здесь, чтобы здесь было чисто, и выделить деньги на рекультивацию этого полигона. То есть, ну, этим нужно заниматься. То есть у нас есть огромный плюс, что в течение этого года мы должны подготовиться к реформе. Край 100% будет помогать. Но мы должны помогать тогда, когда мы понимаем, что необходимо сделать в конкретно отдельно взятой территории. А в каких районах нашего края мусорная реформа уже заработала? Во всех, кроме Таймыра. И на Таймыре тоже заработала. Только в Дудинке, а на самом Таймыре нет. Всего 4 территории технологической зоны, где не заработала. Это Богучаны, Матыино, Туруханская и Венки. Если посмотреть, как у наших соседей Кежемский район реализован, насколько сейчас... Нельзя сравнивать Богучанский и Кежемский район, потому что в Кежемском районе рекоператором стало муниципальное предприятие. У них ничего не изменилось. Угу. То есть проблема в Кежемском районе проблем нет. То есть у них остались примерно такие же тарифы, они точно так же, у них есть полигон, они спокойно свозят туда. Вопрос в поселениях. То есть в поселениях есть вопрос, но сейчас мы очень много сил потратили на поправки в федеральный закон, и федеральный закон нам разрешил. То есть там, где услуга не оказывается, люди не должны платить до конца этого года. То есть в принципе такая же ситуация, как у нас на территории Богучанского района. Поэтому вывоз мусора из Климина, из Тагары, из Залидеева сейчас проводится экспериментально. То есть как вывозить нужно, где площадки, какие баки. То есть где-то говорили о том, что мешковой сбор, где-то жалуются о том, что мешковой сбор, собаки там и так далее, все разбито. Кто будет вывозить золу? То есть как это будет делаться? Сейчас мы проводим эксперименты в Красноярске о том, что в каждый двор закупают собаки. Но, допустим, в Покровке люди сами закупили выдвижные баки. То есть определяется время, они вывозят баки около дороги, проезжает машина, собирает все. Поэтому вопросов очень много, есть и недовольство. В Амонском, в Тосеевском районе собирались полные залы домов культуры, потому что с чего это мы должны платить, мы никогда не платили, мусора у меня нет. Но в принципе все люди в конечном итоге все сказали, что с мусором нужно что-то делать. Поэтому мы готовы платить, и это реально необходимо платить за оказанную услугу, но люди должны видеть реально, что эта услуга оказывается. Проблема в том, что когда говорят, что у меня мало мусора. То есть, ну, поэтому сейчас рассматривается вопрос, чтобы платить по факту. Если мало мусора, там, ну, если машина пойдет раз в месяц, будет вывезет мусор в вашем баке, ну хорошо, то есть будете платить меньше. Но при любой ситуации это большая организационная работа, которую мы требуем с территории.
Вот, насколько мне известно, администрация Богучанского района рассматривает два варианта. Для вот районного центра больших поселков это контейнерный сбор, а для маленьких поселков мешковой сбор. Вот как, в чем вот как эта разница, как это, в чем отличие? А вы знаете, вот это та же самая ошибка. Хорошо, что Богучанская администрация после моего приезда собрали данные, отправили. Отправили в министерство, хотя я просил, чтобы отправили и мне, так как у меня профильный комитет, и в принципе и законы, и программу мы принимаем совместно с министерством. Сейчас опыт показывает, что все равно должна быть единая позиция. Там, где маленькие, где большие, все равно пойдет одна мусорная машина, две разных машины – это дополнительные тарифы. Одна машина, которая собирает, допустим, один тип контейнеров – это другая ситуация. Ведь главное не только сколько баков и сколько площадок, главное в том, что мы должны понимать, кто будет работать. Вот когда будет понятная компания, которая будет работать, нужно прекращать сплетни, которые зачастую в Богучанском районе говорят и начинаем кошмарить людей. Нужно реально искать людей, которые будут реально работать. Рекоператорами ли они будут, либо это муниципальное предприятие создавайте и работайте. Но определяться должны не только главы поселения и жители, но это должны делать необходимо со специалистами. Для того, чтобы потом, когда появляется, вот в чем проблема, допустим, сейчас в городе Красноярске, что левобережный рекоператор, где не хватает баков. Потому что часть жилищных компаний забрали баки, часть сказали, что не подходят, потому что там другие мусоровозы. Начинают закупать качественные мусоровозы. То есть для них должны быть отдельные баки. То есть я еще раз говорю, есть огромный плюс для Богучанского района. Мы можем сделать из Богучанского района реализацию мусорной реформы, которая не ударит сильно по людям. Но для этого нужно не просто гадать и ждать, нужно реально заниматься. Потому что мы будем рассматривать вопрос конкретно. Вот требования пришли, Богучанский район попросил более 60 миллионов. Но документы, которые пришли, они не соответствуют тем требованиям, которые рассматриваются в правительстве Красноярского края. Это не только вина Богучанского района, это вина и министерства. Но сейчас пришел новый министр, сейчас мы заставляем сделать методики для того, чтобы люди понимали реально, что делать. Но самая основная проблема, что на сегодняшний день мы не должны нарушать закон. Мы должны сегодня, по крайней мере, законно собирать мусор, возить на законные свалки и не создавать несанкционированных свалок. И просить денег, и выделять и у края, и на базе софинансирования. У нас на территории работают большие предприятия для того, чтобы убирать то, что у нас есть позор вокруг дороги в лесах. А вот тариф, он единый будет по краю, либо для каждой нет, территории конечно, будет для, рассчитываться? Нет, конечно. Для каждой территории рассчитывается сам по себе. В этом и проблема в том, что ведь у нас сначала тариф назвали, что разный тариф между частным домом и многоквартирным. То есть разные для деревни, если честно, это была большая заслуга нашего комитета, депутатского корпуса и моя лично, когда я пришел к председателю правительства и попросил о том, что нельзя разделять людей. Давайте мы посчитаем, пускай будет у частного сектора у многоквартирных немножко побольше, но люди должны четко понимать. Ну, для примера, в Тосеевском, в Абанском районе, допустим, частный сектор 160, а многоквартирный 100. То есть, естественно, люди не понимают, почему у нас многоквартирные дома, там что, ну 8 квартир, ну 12 квартир, ну 4. Вот, поэтому сделали единый тариф для всех территорий. Но тариф сейчас это эфемерная точка, потому что, я еще раз говорю, взяли с потолка накопление, взяли, рассчитали с транспортную составляющую. До конца года будет реально рассчитан тариф. Но по району он должен все-таки единый быть, да? Даже может и по району. Не факт. Может быть, где-то в южном кусте один тариф, если он будет возиться, допустим, в другую территорию. То есть северную. Но для этого должна территория отработать. И самое главное, я еще раз говорю, найти компанию, которая будет заниматься мусором, которая будет проводить реформу на этой территории. Вот когда появляется заинтересованная компания, которая четко просчитывает и тарифы, и свои вложения, и тогда можно обращаться в край и получать реальные субсидии для того, чтобы выходить на этот конкурс, на аукцион. Есть требования федерального закона по обращению с отходами. Я был твердо убежден первоначально, что мы не готовы, я говорю, что докладывал и министру. Нам пошли навстречу, и Государственная дума сделали варианты, что можно отложить на год. Но сейчас четкое понимание, что сделали абсолютно правильно.
потому что стали заниматься, возникает тысячи вопросов, которые необходимо решать, и за этот год мы должны эти вопросы решить. И при помощи краевого бюджета, и субъектового, и поселкового. А самое главное, что должны быть люди заинтересованные, которые должны задуматься над этой проблемой, а не говорить о том, что, что нам край даст, то мы и получим. У нас нет денег, мы не будем заниматься. Это неправильно. Вот вы сказали, по линии соцзащиты тоже будут предусмотрены какие-то субсидии. Кто может рассчитывать на них? Все те, которые получают сейчас. И многодетные, и ветераны, и пенсионеры. То есть в данной ситуации вот мы точно так же рассчитываем. Здесь же еще одна проблема для сельских территорий. У нас зачастую прописано больше, чем фактически проживает. А тариф с человека. То есть поэтому эта проблема возникает на других территориях. И мы говорим о том, что если мы доказываем документально, что человек не проживает, платит только тот, кто проживает. Поэтому не может человек дважды платить в Красноярске, проживая здесь. Но здесь есть и огромный плюс. Потому что ни для кого не секрет, многие прописаны на сельских территориях для того, чтобы получать льготы. В Стасеевском районе за первый квартал выписалось 340 человек только из Стасеева. Для того, чтобы реально платить за мусор реальные деньги, а не, да, не дополнительные. Это, конечно, будет повод, чтобы выписать всех мертвых душ, так но сказать. Для этого я еще раз говорю, это большая трудоемкая работа. И очень хочется, чтобы Богучанский район отвечал на эти вопросы не в январе 2020 года, а как минимум в июле 2019 года, для того, чтобы мы четко понимали, что необходимо сделать для Богучанского района. Да, и вот, конечно же, строительство полигона, который будет перерабатывать этот мусор, на каком этапе вообще это сейчас? Ни на каком. Делается проект, будет полигон. Но я еще раз говорю, что вот сейчас, занимаясь этой реформой, то есть я начинаю задумываться, а нужен ли вообще полигон в Богучанском районе. Может быть, стоит сделать площадку временного накопления, то есть оборудовать площадку, куда будет свозиться мусор, потом оператор будет приезжать и вывозить на полигон в Кодинск. Может быть, это будет значительно дешевле, но это можно уже делать сейчас. А когда мы построим полигон, ну, 2 года, все равно придется куда-то возить. То есть просто должны быть заинтересованные люди, которые должны посчитать, доказать, получить лицензии и спокойно этим заниматься. Социально ответственные люди, которые и вложат деньги, и четко людям объяснят, что этот порядок будет лучше. И люди будут понимать, что эти с этим справятся, а не так, как сейчас. Я вчера ходил по Богучанам, специально смотрел проблемы, что изменилось, где лучше, где хуже. Но улучшения я не увидел, сразу скажу. Но то, что объявления висят, что вывозим мусор и жидкие отходы, ну, это фигня полная. Потому что 100% нету лицензии, сейчас нету реального полигона. То есть в данной ситуации люди все равно, компания понесет ответственность и от прокурорского надзора, особенно по жидким отходам. Ну, нельзя так делать. Мы уже ошиблись по жидким отходам. Я коснусь, меня постоянно задают вопросы по вводу больницы Богучанской. Больница, конечно, построена. Но я с удивлением узнал, что она введена в строй. Когда я подхожу к министру, к вице-премьеру, они говорят, да у нас все нормально, она введена. Я говорю, как введена? Ее нельзя запускать, потому что не решен вопрос с очистными сооружениями, не решен вопрос с котельными. Ведь там предусмотрен сброс в ангару. А так как не сделаны очистные нарушения проектно-сметной документации, ее запускать нельзя. То есть в данной ситуации, я думаю, что после майских праздников я ставил вопрос перед вице-премьером, чтобы сюда приехали, потому что Минстрой говорит, мы все сделали, Минздрав говорит, мы все поставили, все оборудование, все есть, все хорошо. Но я не понимаю, почему район и поселок подписал ввод. Понимаете? То есть мы подписали, теперь будут говорить, а все сделано. Кто должен это сделать? Но запускать ее без очистных сооружений нельзя. Кто-то должен платить за тепло, которое поставляется уже полгода в больницу. Зачем нужно было вводить тогда, непонятно. Просто читаться о том, что мы ввели Богучанскую больницу, ну а для людей это уже до смешного. Больница есть, оборудование очень классное. То есть все есть, все палаты устроены, все есть, хоть заходи, хоть завтра. А использовать нельзя. Но хорошо, спасибо, что после универсиады мы получаем 2 дополнительные машины скорой помощи, то есть из универсиадных объектов, то есть как раз под больницу. У нас есть жилье для специалистов, но этим нужно заниматься. Поэтому это тоже вопрос, и нельзя обвинять, допустим, только край. Потому что ВОП подписывал и район, и поселок. Но и нельзя обвинять и их. Я уверен, что было какое-то давление о том, что ну, давайте сдадим. Потому что я достаточно серьезно напрягал министров о том, что нужно довести до конца.
Когда они мне сказали, да все, все хорошо, все, мы сдали. Я думаю, что после праздников я обязательно приеду с ответственными лицами по больнице, потому что ее реально необходимо вводить. Александр Алексеевич, скажите, пожалуйста, какие еще вопросы связаны с вашим приездом в Богучанский район? Ну, вы знаете, что для меня очень важно, когда любые преобразования, любые реформы проходят на уровне края, для меня очень важно, как они будут касаться людей на территории. Особенно сейчас, когда есть национальные проекты, которые требует президент, есть решение предварительное правительство Красноярского края, что необходимы реформы в социальной защите, в образовании, направленные на экономию, на улучшение процесса. Но обычно любая реформа касается в первую очередь людей. Поэтому я езжу не только в Богучанский район, но цель задачи приезда в Богучанский район – послушать и социальную защиту, и управление образованием, где плюсы, где минусы, потому что принятие реформы будет обсуждаться на законодательном собрании. Я достаточно авторитетный депутат, который может поддержать территории. Допустим, реформа в социальной защите, мы говорим о том, что мы, нам докладывает министр о том, что в этой реформе мы направлены на то, чтобы уменьшить руководящий аппарат, сэкономить, но оставить все условия для людей, которые реально работают, и что будет создано государственное учреждение внебюджетное. Но тут же задается вопрос, а работники социальной защиты, муниципальные служащие, сохранится зарплата, сохранятся ли льготы? То есть как это ударит по людям, за которыми ухаживают? Особенно меня интересуют даже не руководящие работники, хотя очень важно, чтобы приходили высококлассные специалисты и работали те люди, которые работают, потому что по системе соцзащиты у нас жалоб нету. Поэтому как бы при любой реформе мы бы не выплеснули то, что, чем мы дорожим. Поэтому точно так же я был сегодня и в социальной защите, и мы говорили о проблемах, которые могут быть, и вопросы о реформе образования. То есть мы снова экономим, мы снова делаем филиалы, директоров школ. Не факт, что на нашей территории это нужно делать, учитывая большие расстояния и так далее. То есть не факт, что управляемость нарушится. Не факт, что в конкретной территории, в конкретном поселке, допустим, будет лучше. Если это будет лучше, то все-таки решение я всегда, принимая законы по своей отрасли, я всегда, когда приходит от правительства, я всегда приглашаю людей с территории, руководителей глав ассоциаций. То есть, вот, как пример, последний, когда мы принимали закон по пунктам отгрузки леса, я привозил сюда замминистра и спрашивал у лесников, как его реализовывать и что нужно сделать. Поэтому и моя цель за приезд в Богучанский район еще и о том, как это все будет реализовываться. Меня другое волнует. Меня волнует в том, что у меня фактически с июля прошлого года у меня нет никакого обращения от администрации Богучанского района. То есть, значит, если раньше у меня постоянно Карнаухов, Бахтин отправлялись письма, предлагали участвовать в совещаниях, когда решались проблемы Богучанского района, на сегодняшний момент у нас тишина. Поэтому я вынужден приезжать сюда и узнавать, как реально будут работать наши законы. Потому что без обратной связи это невозможно. А потом мы примем законы, я приеду. Мне, конечно, легко сказать, не приезжайте, сказать. Я говорю, меня никто не просил. Мне никто не говорил, что будет хуже. Но я слишком давно в депутатах и точно знаю, что я, когда приеду, все равно будут спрашивать с меня. Поэтому я хочу посмотреть, какие есть проблемы и как их решить при принятии законов. На сегодняшний момент и по социальной защите, и по реформе образования я все-таки склоняюсь к тому, что нам этого не нужно для таких отдаленных территорий, как Богучанский район. Ну, а есть еще возможность как-то это представить? А их нету. Их еще нету. Сейчас, сейчас идет процесс обсуждения. Потом, когда это придет к нам в законодательное собрание, тогда мы уже можем принимать поправки и где-то делать изменения. Почему я приехал сейчас? Потому что по социальной, по реформе, по соцзащите было совещание в Министерстве социальной защиты, но я не смог там присутствовать, потому что у меня был свой комитет, и я рассматривал мусорную реформу совместно с комитетом ЖКХ. Но мне министр социальной защиты сказал, что Богучанский район, Матвеев, все сказали, что все хорошо, давайте реформу проводить. Я сомневаюсь. Я хочу послушать людей, может быть, абсолютно правы руководители территории. Но я думаю, что любая реформа не должна касаться конкретно людей, которые работают в этой территории. Александр Алексеевич, в социальных сетях пишут, что у вас есть незадекларированное имущество. Насколько это достоверно? Нет, это абсолютно недостоверно, это клевета. И заметьте, должны заметить, что сейчас перестали об этом писать, потому что как только выставили представление прокуратуры,
У меня четко там написано, мне звонили точно так же разные издания и телевизионные. Я всегда говорил, у вас на руках представление прокуратуры? На руках, прочитайте. Там написано, что Симоновский совместно с Ефимовым имеет совместную собственность с Бахтиным и поэтому незаконно давал пресс-конференции и направлял запросы в защиту Бахтина. Поэтому в данной ситуации, естественно, никакого незадекларированного имущества нет. То есть просто мне предъявили претензию о том, что у меня есть совместная собственность, там у нас 8 человек строили жилье, то есть 1/8 и у меня, и у Бахтина. То есть поэтому в данной ситуации мне предъявлялась претензия в том, что я не имел права защищать Бахтина на пресс-конференции. И я доказал на комиссии о том, что никто меня не запрещает высказывать свою позицию по любому вопросу. И в данной ситуации я никак не использовал свой статус депутата законодательного собрания. И поэтому лишать меня статуса за то, что я выступил, я считаю это неправильно. Я всегда защищал порядочных людей, а я Бахтина считаю порядочным человеком, так же, как и Ефимова. То есть пока суд не принял решение, я не верю в те оговоры, которые есть. То есть поэтому в данной ситуации никакого имущества незадекларированного нет. И перестали печатать, потому что я сказал, я подам в суд на клевету, если, так как у вас у всех на руках это представление. Если честно, я уже забыл, что там было написано. Вот. Там же стоял вопрос еще о том, что у меня жена работает помощником, она работает на договорной основе с 2005 года, абсолютно законно. Там просто стоял вопрос в другом, в том, что я должен был подать в комиссию о том, что у меня есть конфликт интересов, я подал на полгода позже. Комиссия, это было в 2017 году, прокуратура предъявила в 2018. Поэтому в данной ситуации мне тоже нельзя ничего предъявить, потому что я не нарушаю закон и твердо убежден, что у меня очень качественный помощник, который реально работает с территориями. При этом единственный человек, который ежемесячно пишет отчеты о проделанной работе. Потому что никто не может сказать, что ничего не сделано. Вот в связи с этим еще один вопрос. Вот очень много сейчас изданий, интернет-изданий, средств массовой информации разных. Вот каким средствам массовой информации доверяете вы наиболее? Если честно, я доверяю собственному мнению. Потому что на сегодняшний момент любые средства массовой информации с кем-то аффилированы. Поэтому в данной ситуации давайте будем говорить, мы должны доверять тому, что есть сегодня здесь и сейчас. Когда нам говорят, что мы живем хорошо, я этому не верю. Когда мы говорим, что мы стали больше получать, я этому не верю. Когда нам говорят, что национальные проекты улучшают жизнь и качество людей, я тоже этому не верю. Я верю тогда, когда реально вижу новую дорогу, новую больницу, новый детский сад и реальный доход населения. То есть на сегодняшний момент реально мы стали жить хуже. То есть учитывая полученный доход, там, пускай какие-то прибавки, но мы приходим в магазин и видим, что совсем мы стали... Не совсем. Это то, о чем говорят. Поэтому я убежден в том, что мы должны говорить правду, мы должны говорить о тех проблемах, которые реально есть. Но лучшая жизнь зависит от нас. Вот я вчера шел, видел, что должен с гордостью сказать, что в Богучанах достаточно чисто по центральным улицам, по переулкам грязь, там, особенно по переулку Маяковского. Но мне приятно очень, что люди спокойно убирают собственный мусор. Мы станем жить лучше тогда, когда каждый будет убирать за собой. Мы станем лучше жить тогда, когда каждый будет на своем месте рабочим выполнять достойно свою работу. Поэтому в этой ситуации, с таким подходом, то есть я думаю, что реально жизнь улучшится. У нас сейчас очень много заверений о том, что будет Енисейская Сибирь, будет развитие территории. То есть фактически это действительно так. То есть дай бог, но мы должны четко понимать, что будет развитие, открытие новых предприятий, в том числе и у нас на территории, когда говорят, что будет целлюлозный комбинат. То есть мы должны сказать, что это уже 4-й проект целлюлозного комбината, но для того, чтобы что-то заработать, должны быть инфраструктурные дела. Для нас это должно быть окончание строительства железной дороги, станции, и тогда комбинат заработает. Для меня сегодня очень важная проблема – это отходы лесопиления. То есть мы в Канске 2 недели назад собирались с комитетом Самкова и говорили по МЧС на ситуации. Я уже год доказываю председателю правительства и губернатору о том, что мы наведем порядок только в том случае, когда за отходы лесопиления будет отвечать Минлес, а не Минэкология. Потому что когда здесь, если честно, это здесь прозвучало, я впервые увидел, когда мы рассматривали наш закон, когда замминистра леса сказал, это не наши, это Минэкология. А Минэкология работает, там 3-4 человека в отделе, они не могут за это отвечать.
только Минлес выделяли сырьевую базу, спрашивая, как они ее перерабатывают, и в том числе по закону, по пунктам отгрузки, моя поправка в том, что должны быть решены вопросы с отходами. Понимаете, то есть для этого мы должны контролировать и заниматься каждый своим вопросом. Когда говорят, что плохие законы, пишем, неправда. Законы пишутся хорошие, как они исполняются. Вчера женщина у меня разгружала машину и сказала, машина стоит 20 тысяч с дровами. Я говорю, почему не бесплатные? Потому что люди уже устали ходить к лесникам, выписывать бесплатный лес, который выдают за 3-9 земель, который им не выгоден. Но это тоже вопрос организационный. То есть пример Белякского главы, когда она организовала, со всех собрала списки, организовала, договорилась с предпринимателем, тот поставлял дрова. И какую-то часть брал себе для выгоды. То есть это тоже работа. Поэтому в данной ситуации у нас очень много проблем, но решение многих проблем зависит от нас самих. Спасибо, Александр Алексеевич, что ответили на все наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо вам. Уважаемые богучанцы и гости нашего села, с 28 по 30 апреля с 10 до 19 часов в районном доме культуры «Янтарь» будет работать выставка-продажа алтайского меда. На выставке мед будет представлен в большом ассортименте. Пенсионерам скидки.